Приветствую вас в обучающем центре Ольги Васильевны Шерешевой. В этом небольшом вступительном ролике я расскажу, с какой целью был создан тренинг-центр и чем он будет вам полезен. Основная задача, которая преследовалась при создании тренинг-центра, помочь многочисленной структуре Ольги Васильевны сделать шаг в направлении нетворкинга, потому что интернет – это наше сегодня. Уже в 2019 году 90 миллионов россиян были активные пользователи интернета. В 2020 году количество этих людей увеличится в разы. Сейчас уже невозможно игнорировать интернет, создавая или развивая любой бизнес. Чем тренинг-центр будет полезен людям, уже имеющим структуры? Появляется прекрасная возможность систематизировать свои знания, упорядочить их и выложить в виде обучающих видеоуроков в своем тренинг-центре, то есть снять с себя нагрузку по обучению людей, то есть ваша структура будет самостоятельно учиться в вашем тренинг-центре. Для людей, которые только начинают свой путь в Вивасан, этот тренинг-центр станет таким хорошим помощником, местом, где в удобное время можно получать те знания, которые потребуются для изучения продуктов, построения своей структуры, получения каких-то практических навыков при работе с компьютером, привлечении клиентов из интернета. Тренинг-центр сейчас на этапе развития. То есть на данный момент реализована только открытая, свободная часть, которая будет доступна всем, кто бесплатно зарегистрируется по ссылке в учебном центре Ольги Васильевны. На данный момент заканчивается работа над открытой частью тренинг-центра, над курсами, которые будут доступны всем после бесплатной регистрации. Это 4 тренинга. Первый из них – информационный тренинг «Как работать в самом тренинг-центре». Как открывать уроки, как выполнять домашние задания, как связываться со спонсором, элементарные действия по заполнению своего профиля и так далее. А уроки будут дополняться в зависимости, какие вопросы будут возникать у учеников. А второй тренинг – это набор замечательных инструментов, которые потребуются вам для эффективной работы в интернете. Это все проверенные инструменты, опять же, количество этих инструментов будет дополняться. Если вы их будете использовать, вы однозначно сэкономите себе колоссальное количество времени, нервов, сделайте свою работу эффективной. Третий тренинг, необходимость которого назрела, он называется «Компьютерная грамотность» в понятном формате. Этот тренинг не планировался, но так как очень много вопросов, как сделать то, как сделать это, и много времени уходит на борьбу с чем-то непонятным, неизвестным. Этот третий тренинг «Компьютерная грамотность» будет написан в виде небольших, коротких видеоуроков, решающих конкретные задачи. Тренинг «Компьютерная грамотность» и тренинг «Как пользоваться центром» – уроки этих двух тренингов можно будет проходить в любом порядке. То есть выбираете, что вам нужно, и изучаете. Остальные тренинги можно будет проходить только последовательно, то есть выполняя задания, которые прикрепляются к каждому уроку. Задания проверяются, будут пока проверяться мной. В дальнейшем задание будет проверять пригласивший вас человек, ну, когда он сам пройдет уроки тренинга и покажет свою компетентность. Тренинг-центр задумывается как работа не одного человека. То есть будут появляться однозначно уроки, связанные и с продукцией, уроки по маркетинг-плану и так далее. Каждый из вас может создать подобный тренинг-центр, в чем ему будет оказана посильная возможность. То есть все уроки, которые вы видите здесь, можно будет скопировать в ваш тренинг-центр. Помощь в настройке тоже будет оказана. Но делать это сразу сейчас я пока не рекомендую. Давайте оттестируем этот сервис, получим какие-то практические результаты, а то, что мы их получим, это уже однозначно, и затем будем эту хорошую идею масштабировать. Сделаем это быстро, просто и добьемся всеми хорошего результата. Всем спасибо, успехов!